Утро 29 декабря для журналистов объединенной редакции издательского дома «Ульяновская правда» началось с поздравлений. С наступающими новогодними и рождественскими праздниками коллектив поздравил губернатор. Сергей Иванович поблагодарил редакцию за многолетнее сотрудничество, пожелал здоровья, благополучия и дальнейшей продуктивной работы. Я хочу, чтобы в целом мы все граждане России, как вчера говорил президент во время небольшого такого вот своего приема в Кремле, чтобы мы, России, стали действительно значительно более богатой, более комфортной страной для наших граждан, в том числе и в глазах наших партнеров. Поэтому счастья, успехов, благополучия. Сам глава области без подарков тоже не остался. Молодой писатель и по совместительству корреспондент газеты «Ульяновская правда» Екатерина Нейфельд подарила губернатору собственную книгу. А спортивная газета «Чемпион» преподнесла календарь на 2017 год со снимками правдинских фотожурналистов. Сергей Иванович признался, грядущий Новый год отметит дома, в кругу семьи, как и большинство россиян. А после боя курантов обязательно приедет на центральную елку поздравить ульяновцев. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».